Давайте рассмотрим работу с логерами на примере небольшой демонстрационной программы. Эта программа детально логирует все, что в ней происходит. Она делает это на уровне find. И только в случае серьезной ошибки она залогирует исключение вместе со stacktrace на уровне severe. Если запустить эту программу, то мы увидим следующее. В случае ошибки она залогирует это stacktrace исключение, или в случае, если ничего не произошло, то она не залогирует ничего. То, что она логировала на уровне find, в логе не появляется. Это потому, что по умолчанию логгер настроен на уровень info, то есть он молча игнорирует все, что приходит ему на более детальных уровнях, например, find. Это поведение можно переопределить в конфиг-файле. Он может выглядеть, например, следующим образом. Здесь мы включаем специальный уровень логирования all, который разрешает видеть записи на абсолютно всех уровнях. Самый подробный лог. И кроме того, мы говорим, что вывод будет идти в консоль. За это отвечает консоль-хендлер. Зачем нам явно говорить, что вывод должен идти в консоль? Мы ведь и так его уже видели в консоли. Дело в том, что если запустить виртуальную машину с переопределенным конфигом логирования, то все стандартные настройки аннулируются. Если здесь в нашем конфиге явно не указать этот хендлер, то лог-сообщения никуда не попадут. Поэтому мы его явно указываем. Чтобы запустить виртуальную машину с нашими настройками логирования, нужно передать ей вот такой специальный параметр. Сейчас мы это сделаем. И если теперь запустить нашу программу, то вуаля, мы получили полный лог, самый детальный, в том числе сообщение уровня find.